Наконец-то вернулся с этого грёбаного города. Стоп, что с управлением? Как же башка раскалывается? Как болит, ужас, ай. А где это я? Бедная тачка. Так, попробую на гору забраться. Так, надеюсь, там что-то есть. Так. Аккуратно, чтобы не сва... Что? Давайте нажмем на кнопку. Вау! Это что? Типа лаборатория или бункер какой-то? Хм, интересненько, интересненько. Давай-ка я вниз спущусь. Хм, тут так ярко, красиво. Хм. Так. Что? У меня как будто слепота какая-то. О, компьютер. Сейчас зайду. Посмотрю, что это там такое. Так. Ой. У них барахлит. Оказывается, они тоже Brawl Stars играют. Ну, круто. Ну, ладно. Ой. А, случайно. Так, надо найти здесь кого-нибудь. Так, тут лифт. О, вниз вот. Значит, спускаюсь. Так. Ты чё, что это забыл за огонь? Так, странно. Так, сейчас зайду отсюда. Да. Не пойму, какие-то шорохи. Это что за огненный чел? Ну нафиг от него отойду. Так, а это что за тварина такая? Он что, на меня смотрит? Вот какой-то. Так, вот летающий. Что это за каракатица красная? Это ты? А, неужели ты здесь оказался? Как ты меня нашел? Я просто ехал на машине и врезался в дерево. И видел эту лабораторию случайно, пока на гору забирался. Стоп, а почему ты жив? А, да и я вовсе не умер, пока тут монстр. Стоп, ты слышишь это? Нет. Что? А-а-а! Ой, башка Чувак, болит. проснись, проснись, проснись. А, что Ух ты, тут-то просто случилось? все взорвалось просто к чертям. Просто посмотри. Смотри, клетка сломана. А Стоп, там здесь... кто-то был? Да, здесь была особо какая-то опасная тварь, там было так написано. Она здесь она вся сделана из плачущей обсидиана, это безумно крепкий материал. Значит, она смогла вырваться через эту практически непробиваемую клетку. Это что, настоящий скелет? Да, настоящий скелет, пока меня тут заточали, я слышал чьи-то крики. А кто тебя закрыл-то? Да здесь были, здесь проходили какие-то непонятные дядьки в халатах, как я понял, это были ученые. Вот, потом, когда я их увидел, они меня сказали, типа, то, что мы можем тебе помочь. Я решил с ними пойти, но они меня здесь заперли и решили сделать из меня монстра. Это так жестоко с тобой хотели Ну поступить. да, меня там заперли, там около дня там прожил. Я уж подумал, что все, я умру. Ё! Но, к сожалению, я смог выбраться. Там идет дождь и ночь. Я Ну же... да, это плохо. Это Ну очень да. плохо. Голова и кровь? Да, тут все Ай, просто больно! Ай, разнесло. больно! Смотри, Ай! аккуратнее, аккуратнее. Ай, черт, обжегся. Так, давай, аккуратно, аккуратно. Так, слышу какие-то... Как будто что-то такое странное. Слышу. Так. Тут ничего не работает. Да. Ну вот мы в Ну лесу. да, чувак, обернись. Что? Что? Там. Что? Ё! Что там? Это что, Сайрон Хэт? Да. Военные? Что? Что? Он застыл. Блин, это, наверное, из-за того, О, что... мне тоже холодно стало сильно. Это что, Да. типа из-за ночи тут такой климат? Да. Вот смотри, В этом лесу военные. безумно холодная ночь. Капец. Тут они замерзли все, они, видимо, пытались его уничтожить. Угу. Ах, как этот долбанный звук, он меня так сильно бесит. Да, он, блин, орёт, орёт, орёт. А Мне его кажется... даже через сквозь... Блин, Да, не зря давай говорится, пока что... устроимся. Как же меня этот звук надоедает. Все, пошел его будить. Так. Просыпайся, А просыпайся. что? Что? Меня этот звук уже, конечно, Господи. надоедает. Да, вообще, Пошли я... отсюда, а? Да, мы должны... Военные.
До конца замерзли. Их аж они не до видно. конца замерзли. Вообще превратились в полную ледышку. Они, наверное, рассыпались внутри. Ага. Какой же ужас. Блин, нужно поскорее убираться. У меня уже от него башка трещит. Я еле-еле заснул. Да. Господи, у меня еще такие громкие звуки. Как только лед не сломался. А я не знаю, видимо, он какой-то особо прочный. Но почему? Почему мы тогда не замерзли? Видимо, они слишком устойчивы к холоду. Нужно это держать на уме. Так, Пошли блин, я подальше. снял себе эту куртку, потому что, ну, блин, я не могу, вот так в ней тяжело ходить. Фу. Да что такое? Да, мы о, у нас что-то прошел, делаем. дождь прошел. Фух. О, что это там было? Почему тогда, когда мы были в этом грёбаном лесу рядом с Айронхедом, была гроза? Это Это, наверное, ужас. от него все это. Да, это, видимо, от него все. Так. А у тебя нет ничего поесть, там попить нет? Вообще ничего нету. Все взорвалось. Только этот кинжал, который мы нашли. Ладно, пошли в поисках нормальной жизни. Ох, придется найти какой-нибудь город. Да. Ну давай.